Узнать о своих правах. В понедельник в течение 2 часов в службе занятости прием граждан проводил прокурор Ленинского района Алексей Царевский. Все обратившиеся по стечению обстоятельств – бывшие работники предприятий, не сумевших без потерь пережить кризис. Граждан интересовало, как получить от экс-работодателя задолженность по зарплате. За разъяснением к Алексею Царевскому обратились бывшие сотрудники предприятий ДСК «Строммашина» ГПИ-6. При обращении на прием им было разъяснено порядок взыскания задолженности, указано, что можно воспользоваться приемом, в том числе в прокуратуре района, с подачей заявления соответствующего, с тем, чтобы прокуратура района в их интересах обратилась в суд о взыскании данной задолженности. Также были разъяснены вопросы соблюдения трудового законодательства, учета стажа работы. То есть вот такие вопросы.